Дню Победы посвящается название Международного открытого фестиваля искусств, проводимого в Московской консерватории с 2013 года. Это всегда волнующее событие нашей творческой, профессиональной и общественной жизни, которого с особым нетерпением ожидают майские дни, вспоминая уже далекое эхо Великой Отечественной войны. Многие наши соотечественники и граждане постсоветского пространства. Каждый из прошедших 7 фестивалей имел свою драматургию, сквозную тему, героев и собственный подзаголовок. После боя сердце просит музыки вдвойне. Хотят ли русские войны к 70-летию Великой Победы? У войны не женское лицо. Мы вместе, бессмертный полк. В мире нет таких вершин, что взять нельзя. Поклонимся великим тем годам. Нынешний фестиваль созвучен объединяющей национальной теме «Году памяти и славы». Проходит в онлайн-формате. В него вошли ряд ярких программ прошлых лет, свидетелями которых вы стали благодаря включению форума в масштабный проект Московской консерватории «Фестиваль Московская консерватория онлайн». Он объединил под своей эгидой также дистанционный студенческий фестиваль «Память музыкальных сердец» и «Вахту памяти». Сегодня фрагментом одного из авторских вечеров легендарной Александры Николаевны Пахмутовой мы завершаем фестиваль «Дню Победы посвящается». Но память о подвиге наших предков, понятие о чести и свободе навсегда остаются с нами. С праздником! Будьте все здоровы! С Днем Победы! Thank you.
Панфиловское сражение из кинофильма «Битва за Москву». Thank you.
Симфоническая картина «Птица тройка». Солист, лауреат международных конкурсов Андрей Дубов, фортепиано.
Хоровод из русской сюиты для оркестра. Thank you.
Концерт для трубы с оркестром. Солист, лауреат международных конкурсов Владислав Лаврик.
Сергея Гребенникова и Николая Добронравова. «Нежность» — солистка Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов Венера Гимадиева. Беловежская пуща. Солисты Государственного академического Большого театра России,
лауреаты международных конкурсов Венера Ивадеева и Алексей Татарец. Thank you.
«Зазубренная даль». Солист Алексей Татаринцев. Thank you.
и слова Николая Добронравова, солист Государственного академического большого театра России, лауреат международных конкурсов Андрей Желиховский. Слова Евгения Долматовского.
Слова Николая Добронравова «Во имя жизни».
споем вместе. Посадили тысячи
кустов сирени. И вот сейчас победную сирень от московских сиреневодов, от международного общества сирени вручают руководители акции «Сирень Победы» Надежда Пронина, селекционер Татьяна Каширина, член правления фонда памяти полководцев Победы Ольга Сергеевна Бирюзова. И специально для Александра Николаевна вручают